Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс.Дзен-канале, то, пожалуйста, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на вот такую вот замечательную игрушку Beyond the Wire. Огромное спасибо за спонсорство данного конкурса, именно вот этому человеку, Максиму Алтунину. Народу у нас здесь участвует мало, поэтому шансы выиграть очень большие, поэтому залетаем в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под этим роликом. Участвуем, выигрываем, халява почти постоянно у нас. В закрепе всегда висит, поэтому в закреп всегда чекайте. Помимо ключей на конкурс, мы разыгрываем скины CSGO, поэтому залетайте, участвуйте. Шансы выиграть очень большие, повторюсь, народу участвует мало. Ссылка в описании. Всем приятного просмотра, всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Сегодня у нас обзорчик на новые какие-то чипсы. Покупал я их в фикс прайсе. Стоят они 60 рублей 200 граммов. Твиста Лависта чипс. Изготовители у нас ООО Food компания. Давайте сразу тогда посмотрим, что это за компания такая. Food компания. ООшка. А, информации никакой нету, да? Прикольно, прикольно. Так, рестораны. Организация ликвидирована. Опять же, рестораны. Деятельность и опять же рестораны. Так, хорошо. Чипсы тогда гуглим. Производство и продажа чипсов. Esktel. Он что-то мне адреса выдает зачем-то. Так, давай тогда я загуглю так. Твиста. Ла. Виста. Вы знаете, чипсы. Ага. Твиста Ла Виста. Твиста Ла Виста. Бекон. Вообще никакой информации в интернете нет. Абсолютно никакой информации. Тогда хорошо. Тогда я сделаю вот так фотографию. Готово. И в принципе тогда будем делать уже обзор, все смотреть. Судя по всему, на сайте фикс-прайса тоже не найти. Сейчас я на сайте фикс-прайса тоже гляну, есть или нету. Мне интересно даже. Твиста Ла Виста. Нет, ничего не найдено. Говорит, нет такого. Говорит, такого нету. Твиста. Может, как-то по-другому пишется, но да ладно. Фиг с ним. Давайте, в принципе, делать обзор. Давайте пробовать, смотреть. Чипсы картофельные со вкусом бекона у нас. Масса 200 граммов. Продукт может содержать глютен, сою, горчицу, молоко и продукты их переработки. Продукт готов к употреблению. Пластинки. Кстати говоря, чипсы у нас. Пластинки, суть по всему. Natural oil, натуральное масло. И картофель. And potato. Так. Чипсы картофельные. Твиста Ла Виста. Ну да, все правильно. Ароматизаторы барбекю, натуральный олеорезин черного перца, соль. Какая соль? Так, а что еще есть интересного? Я что-то хотел сказать и забыл. 60 рублей они стоят. Фикс прайс покупал, продублирую информацию. Собственно, давайте открывать. А, две упаковки тут. Две упаковочки, приколитесь. Где-то уже такое было. Хорошо.
Это я уберу пока сюда. Ничего себе большая такая упаковочка. Тут по всему по 100 грамм каждый. С виду похоже на очень дешевые чипсы. По материалу. Ой, какие они какие-то странные. Они тоненькие. Легко просвечиваются. По вкусу вроде неплохие. По вкусу неплохо. По соли тоже неплохо. Вкус бекона тоже хороший. По чипсам все четко. По жесткости особой нету. Соль я, кстати, даже вот так вижу невооруженным глазом. Да, вот вижу. Вкус бекон, как и написано. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.